Юхан Петер Юхансон Лен Вестергеталанд 25 августа 1943 года Инчопинг, шведский изобретатель-промышленник, в 1892 модифицировал разводной ключ, добавив в конструкцию червяк, после чего такой ключ долгое время назывался шведским. Получил более 100 патентов. Родился недалеко от города Вургорда на западе Швеции, был старшим ребенком среди 6 детей в крестьянской семье. Начал работать помощником оператора парового двигателя торфяной фабрики. Покинул Вургорду в 1873 году в возрасте 19 лет. Стал чернорабочим в Мутале. В 1874 году поступил на военную службу, затем переехал в Эскильстуну, где работал на заводе Мунктела. В 1878 году переехал в Вестерос, где сначала работал в механической мастерской, а затем кузнецом на ферме в пригороде. В это время Юхансон принял решение уехать в США, но, получив хорошие предложения о работе от своего бывшего работодателя, завода Мунктела, изменил свое решение, решив начать свое собственное дело. Переехал в Инчопинг, где основал механическую мастерскую Инчопинга, что имело успех. Работая в мастерской, Юхансон изобрел разводные трубные ключи. В 1890 году компания B.A. Gertjamp Company согласилась распространять инструменты Юхансона под маркой Бако. Продажа инструментов шла успешно. Компания до сих пор существует и произвела уже более 100 миллионов ключей. В 1916 году Юхансон передал свое предприятие сыну и фирме B.A. Gertjamp Company, начал заниматься опытами с электрическими механизмами. В 1919 году основал новое предприятие Triplex, производящее электрические маятники и другие устройства. Юхансон умер в возрасте 89 лет.